Всем привет, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Спасибо вам от всего сердца, что дождались меня, не отписывались на канал. И дождались все-таки нового сезона, новых роликов. Почему такая большая пауза была? Если честно, ребята, не очень хотелось бы говорить про это. Но скажу так, что всегда помните тех людей, кого рядом, к сожалению, уже нет. Сегодня среда, число, какое число вообще сегодня? 19 июня. Пора работать, время 9:30. Я загрузился. Поедем с вами в Флорешты, в Сороки и в Дрокию. Вот сегодня такой маршрут. Ничего сверхъестественного, ничего сверхтяжелого. В общем, ребятки, едем и наслаждаемся. Еще раз прошу прощения за такую длинную паузу. Все-таки надеюсь и верю в то, что начнем новый сезон и начнем чаще снимать. Все, от души. Ну, а я выезжаю. Ну и, соответственно, вы вместе со мной. Все, всем приятного просмотра. А мне счастливой дороги. Газу! Давайте, молодые люди, алкоголики Кишинева, будем с вами праздновать эту жизнь! Красиво, да, ребятки? Согласен с вами. Прекрасная Молдова. Я проехал только что село Пересечено. Приближаемся к пересеченским серпантинам. Ничего страшного здесь нету. Соблюдаем скоростной режим и спокойно спускаемся. Прекрасные молдавские кодры. У меня горит ошибка. Один из датчиков на колесах, датчик давления в шинах, так тупит. Когда пропадает ошибка, когда включается опять. Ну, на каком-то из колес. Потому что у меня был прокол на правом заднем. Так, и он сразу запищал мне здесь. Проверьте шины, проверьте шины. И вчера был на вулканизации и сделал колесо наконец-то. Пару недель не мог заехать. Все, времени не хватало. Раз-два дня приходилось подкачивать колесо. Ну, наконец-то сделали. Но она должна скоро пропасть, эта ошибка. Нетерпеливая. Вот смотрите, здесь знак 70, 50. Но хрен кто соблюдает здесь. Здесь есть пешеходный переход. Не знаю, для кого он здесь установлен.
наверное, для самоубийц каких-то. Раз, два, три, раз, два, три. Шестиполосная вот полоса, и на тебе здесь пешеходка. Я бы, ребята, не рискнул здесь переходить дорогу. Сделали бы как-то под мостом, не знаю, или может еще как-то придумали бы, обезопасили. Постоянно здесь кого-то сбивают. Короче, пешеходный переход для самоубийц. А мы заехали в Кодры. Прекрасный вид с окна. Погода тоже супер. Наконец-то эти дожди прошли. У нас была неделя, прям что ни день, то ливень, потоп, ураган. Ну, кто интересуется молдавскими новостями, в курсе. Погода вот 26 градусов. Все супер. Картинка бомба. Последний раз, ребята, когда мы с вами виделись, это когда было? Это начало весны или конец зимы? Уже не помню, когда последний раз ролик выходил. Но печальная картина была за окном. Сейчас, смотрите, ребятки, зелененькое, все солнечно. Прекрасно. Ёлки-палки, ребятки, вообще штанга полная. Проезжал сейчас через город Архей. Столько всего вам там наговорил, на минуты 3, наверное, 4. Ёлки-палки, блин, и что-то выключилось. Запись. Бляха-муха. Не знаю, что случилось, либо флешка это глючит, либо что. Да, уже не актуально говорить то, что говорил, потому что все было про город Археев, рассказывал я. Бляха, сука. Ладно, набираем понемножку форму, входим в ритм съемок. Эх, надеюсь, в дальнейшем не будет уже таких промахов. Из того, что я говорил, подчеркну одно, что я большой-большой привет передал всем своим прекрасным подписчикам из этого замечательного, чистого, уютного города Орхей. Спасибо, что подписались, поддерживаете меня. Ценю и уважаю. А сейчас мы проехали в село Пелеван. Я регулярно в кафешке останавливаюсь. Там очень вкусные плацинды, сосиски в тесте. Ну, сейчас только 10:30, я не голодный. До Сорок дорога будет просто прекрасная. Там по Флорежскому району будет чуть-чуть не очень. Ну а в целом просто супер. И Сорок до Дроки уже там похуже, конечно. А сейчас просто прекрасно. Смотрите, Мерседес летит. Просто едешь и получаешь удовольствие. И вас интересует вопрос, нарушает ли у нас скоростной режим? Конечно, нарушает. Вон я тебя машины не могу догнать никак. А едем мы как бы немедленно. Мерседес сила вообще. Обожаю эту машину. Здесь уже, естественно, сбрасываем 70.
что полиции, полиции ничего-то не показывает. Значит, все спокойно. До 40 еще 98 километров. Пойдем на разгон. Терпим, 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 терпим. Вот до знака снятия всех ограничений. Разметка уже почти позволяет. И пошли на разгон сразу. Очень-очень хорошо разгоняется, несмотря на слабенький объем двигателя 1.6. Но если его разгоняешь, летит прям как лайнер. На этот раз обойдемся без спидометра. Нечего давать повод хейтерам. Ну, вот здесь немножко, конечно, нарушили. Как говорится, ну, ничего страшного. Вот успеем еще эту фуру сделать до сплошной. Я, ребята, наслаждаюсь. Надеюсь, и вы со мной вместе. Дорогой. Супер. Еще и музычка такая у меня играет. К сожалению, я вам не могу включить, а то авторские права там. Ну, на секундочку. У-ху. Добро пожаловать в Теленежский район. Району Теленежть, село Захаревка. Здесь всю дорогу, сколько себя помню, сколько езжу здесь, и в детстве, когда с родителями к бабушке, здесь продают вот эти вот венки и прочее все такое вот. Где-то здесь была еще одна точка, только одна почему-то осталась. Раньше были две. У одного сегодня выходной, видимо. А, есть вторая, я что-то прошляпил. Эй, дядька, ты что, тормозишь? Не надо останавливаться, уже растопил, так топи дальше. Все в порядке, венки на месте. Кто переживал? Я вас могу успокоить. И вот она, Сорокская развилка. Сорока Отач направо. Белс Бричейн прямо. Сорока 85 километров. Эй, а что-то мне руль поскрипывает. Впереди какой-то кипиш. Вот значок полиция стоит. Но никто не моргает. Село Брынзениной. А, давай мы на всякий случай сбросим. Тут такая чуйка у меня. Спасибо, сейчас проверим. Но почему никто не моргает, раз там полиция? Либо полиции нет уже. Ну, едем спокойно, спокойно. Без напряжения. Значок полиции здесь, но полиции нету.
Уже нет. Ай, блядь, не успел. Уже не актуально. Зря суету нагнали. Ну, ребята на севере регулярно моргают фарами, предупреждают. На юге с этим посложнее, особенно в Чемишлийском районе. А северные ребята, они порядочные. Знаете, спорный такой вопрос. Кто-то, к примеру, не считает нужным моргать. Кто-то считает, что это неправильно, типа, едь всегда по правилам и не выебывайся, как сказать. Но у меня другое мнение. Я всегда всем моргаю, если полиция есть, то я моргну 100%. Вот у меня такая политика. Напишите в комментариях, вы как, тоже предупреждаете по полиции, либо просто забиваете болты. Я типа всегда такие правильные, я всегда еду, мне не нужна ваша помощь, ваши моргания, я всегда, бля, еду 90-50. Сказки? Кто так говорит, это самый большой сказочник. Так, у нас на очереди следующее село. Село Ордашей. Когда работал в транспортной компании, мы грузили яблоки в Россию. Довольно часто здесь машины наши грузились. Только хрен знает, где этот холодильник. Давайте мы сбросим чуть-чуть. Не знаю, ребята, где холодильник здесь в Ордашей. О том, нарушают ли в Молдове или нет. Вот мы едем с нарушением 66. И в следующее село есть Дамулджень. Тоже там есть холодильник. Был, по крайней мере. Я сейчас, если честно, ребята, не знаю, есть он, нету. Вот и полиция. Добро пожаловать в наш мир. Откуда они, блядь, выехали? Там что-то кого-то пасли. Добро пожаловать в Флорешский район. Село Проданешть. Здесь вечером так красиво светится эта арка. Написано «Бини отсвинит». Добро пожаловать. Здесь два села рядом. Так что ничего интересного не будет. Едем спокойненько. 59. А я вот этого чувака на бусе, который сзади едет, не могу понять. Бля, если ты торопишься, так торопись везде. Нет, он по населенному пункту, бля, всех обгоняет. А потом уже вне населенного уже его все обгоняют. И он едет, бля, 70-80. А по населенному вот тоже 70-80. Хрен поймешь. Либо если ты в натуре торопишься, так топи уже на все деньги. Я лично так делаю. Если мне надо поспешить, то я спешу. Впереди село Гындешть. Илюха с Минска, тебе большой привет с твоего села. Понатыкано значков.
есть полиция. Я в этом селе уже успел хапнуть один штраф, но это было год назад. Уже пункты сгорели. Так что, ребятки, я чист. Ни одного штрафного балла. Уже год с вами катаемся без штрафа. Кто молодец? Я молодец. Главное не накаркать себе сейчас. Я смотрю, никто не моргает. Наверное, разъехались. Илюха, спасибо большое за предупреждение. Илюха, особо ничего не поменялось. Все по-старому. Вот бумер моргнул. Спасибо тебе. А, так это не полиция, это эти. Короче, пускай будет на месте. Как их? Анта. Не знаю, как на русском. Бассейн, что бассейн? Бассейн работает. Вы знаете, в Гандешах есть бассейн. Короче, весь трём был вот из-за этих анта. Агенция, националы. А хотя вот смотрите, впереди полиция. Значит, впереди полиция. Спасибо тебе. Спасибо, это у нас Mazda. Спасибо, Mazda. Я же говорю, северные ребята, они все прикольные пацаны. Ну, мы выехали с населенки, можно чуть-чуть притопить. Спасибо. Полицию. Будь здоров. Респект и уважение тебе. Вот они. Да, да, я видел. Спасибо. А, здесь какой-то кипиш, камеры, нифига себе. Что-то здесь снимают. Видимо, в новостях здесь будет что-то показывать. Ну и, соответственно, мы тоже будем моргать всем. Скоро флорешты будут. Вот доезжаем до круга, поворачиваем налево. И будут флорешты скоро. Ребятки, подъезжаю к городу Флорешть. Такой здесь немножко кончужный заезд.
очень плохая дорога. Но город замечательный. Всем своим подписчикам с города Флорешт большой-большой привет. Спасибо за железнодорожный переезд. Что у нас тут знак стоп. Базара нет. Стоп, так стоп. Все, газу. В городе Флорешт у нас первая выгрузка. В центр города заезжать не будем. Поедем по объездной. Нам нужно на другой край города. Дела обстоят так. В Флорештах я выгрузился. Все благополучно, без проблем. Здесь молодцы ребята. На рампе, конечно, работают. Супер. Но когда налажены хорошие отношения, то и приемка товара проходит на ура. Следующая остановочка — город Сороки. Город Сорока, расположенный на берегу Днестра. Ехать 40 км, наверное. Так, что нам пишут? Сороки. 11 км еще. Чисто. Сейчас будет плоховатенькая дорога. Но недолго. Недолго нам осталось. Скоро будем на месте. Добро пожаловать, ребята, в город Сороки. Едем в центр, поворачиваем здесь направо. Здесь, если повернуть направо и ехать до конца, потом по главной, пару поворотиков, и выезжаешь к свече благодарения. Но вы должны знать, в Сороках, там на вершине горы стоит огромная свеча. Оттуда просто прекрасный вид. Те, кто подписан в Телеграме и в ТикТоке, могли видеть это все. Всю эту красоту могли увидеть.
Ну а мы сейчас спускаемся на набережную вниз, вниз, вниз до Сорокской крепости. Здесь очень паршивая дорога. И сейчас будет Днестр. Открываем глаза внимательно. Привет, дедушка Днестр. Короче, ребята, доехал я до Сорок, все нормально, благополучно, доехал без приключений. И на сегодня не буду вас сильно утомлять. Отдохнем до завтра. А завтра новая серия. Завтра доедем до Дроки и поедем домой. А сейчас я нахожусь в Сороках. Все, хочу сказать всем спасибо большое, ребята, за просмотр. Спасибо, что дождались меня. Вот новая серия в новом сезоне. Если что не так, прошу простить. Набираем форму, набираем ритм. И будем дальше снимать. Все, всем удачи, пока.